Буэнос диэс, мис керидос амигос. Ядерный рассыпной заряд ваш экран, это значит, что мы продолжаем шараебиться по пустошам. Это Fallout New Vegas. Сажайте задницы поудобнее. Хватайте ништячки. Тебе тоже привет, мужик. И погнали. Сейчас у нас по программе... Найти атомное топливо для ракет. Ёптаю, а. Здесь никто зухавать не планирует. Что-то там постреливают, слышу. Надеюсь, мне хватит веса, чтобы все это уволочь. Напомню, в прошлой серии я так и научился играть в караван. Ну, легкие бабки никому не вредили. Ёб твою мать, ну и руины. О, тлюпик. Сука, серьезно? Нет, дай-ка я сначала здесь покопаюсь, может быть, что-нибудь интересное на глаза попадется. Ой, фонит. Ой. Ой, блядь. А-а-а, сука, прогорел. Получится ли у меня с прыжка отсюда умотать? Не получится. Ладно, если меня второй раз наебнут, блять, петушитель взять что? О, точно, у меня же инсинератор есть. Как говорится, можно подойти по-тихому, а можно прийти и разъебать. Так. А мы, соответственно, придем и разъебем их. Папа разозлился. Как говорится, дайте мне кирпич, я ему въебу. Как следует. Тридцать три веса, херово, надо набирать.
Не, в фонящей зоне сохраняться не хочу. А вот здесь надо. Так, надо подождать, пока гекконы отвлекутся на легионеров. И разъебать в первую очередь легионеров, а не гекконов. Да сгори ты уже, наконец! Красиво. Нихера я тут замес устроил. Так, надо лишнее говно вытряхнуть. Так, что у меня по весу? 236. Двадцать кило? Ну, стоимость. О, ходить можно. Метательные копья. Вес 2,5. Хуёво. Сука. Так, вот теперь я понимаю, можно рвать назад. Не. Центурионская броня. Так. А, вы еще не нашли эту локацию. Зайдем в новок. Попробуем еще разок кое-что.
О, медицина стоит. Надо пойти потолкаться. What can I do for you? 126 крышек, херово. Большой меч мне нахуй не нужен. Да я что ли все натолкал? Thanks. Так, что теперь? Что теперь? О, бродячий торговец. Иди-ка сюда. Десятка треф. Нет, тройка червей мне не нужна. Ядерные выстрелы? Жратуха, это, конечно, заебись. Но у меня тоже есть что толкнуть. Суперкувалда. Шкуры золотого геккона. Яйца золотого геккона. Еще косарь крышек. Ништячи. Топливо для огнемета у нее, как я понимаю, хуй. Так, револьвер это очень неудобная срань, поэтому продаем. Патрон ничего не весит, поэтому их можно просто лолекционировать. Мачете тоже нахуй. Лазерная винтовка пока еще пригодится. Так, потрошитель мне самому нужен. Этот... О, броню Центуриона туда же. Динарий, конечно же. Ой, 1911 крышек. Стейк из Брамена, стручок мескита. Привет. Так, дай-ка посмотрю на стату, что у меня по зависимостям. Да, с бартером у меня хуёво.
Угу, штраф есть. 125 веса. Пошли к этому пиздюку, что ли, заглянем. Welcome back. Can I get... Sure thing. 38 крышек. Так, надо прикупиться у него патронами. Как следует прям прикупиться, а потом отбить бабки обратно. Забавно. Инсинератор. Так, посмотрю. А, у меня такой же. Коробка гильз. Пригодится. Патроны тоже ничего не весят, поэтому можно скопидомствовать. Sure thing. Have a look. Come back soon. Welcome back. А в караван он играть не хочет? Вот псина, а. Ладно, блядь. Ну, по крайней мере, я запомнил. Come back soon. Ладно, пихуй, потом еще поиграем. Так, есть у меня в инвентаре караванная колода? Есть. Иди, блядь. Так. Да, я хочу на испытательный полигон. Блять. Да, то есть мне предлагается зайти опять через там. Да, вон люк. Так, автосейф есть. Пришел снова дядька с огнеметом. Scavengers wouldn't know the value. Bye. Так, найдите запчасти. Так. И где я их должен найти? К северу от Новака. А, из этой луки Quick Travel невозможен. Поднимаемся.
Наверное, знаешь, как сделаем? Сейчас. Ой. Снова попробуем залезть динозавру в жопу, вдруг прокатит. И я смогу раздеть этого придурка в караван. Ну, за пару каток точно. Улыбнулся, хотел, не вышло, извиняй. Welcome back. I mean, but I like you. I love you. All the latest news coming your way right sure now. Sure thing. Have a look. Tensions are brewing in Freeside between... Are you kidding me? ...known as the Kings and the large number of NCR squatters seeking refuge there. The leader of the Kings, who would only identify himself as the King, voices... Короче, хуй я с ним пока в караван поиграю, ладно. Мне строго на север. По динозавру залезть не получается. Хуёво. Так, то есть мне куда-то туда. Так, то есть мне получится сейчас надо повернуть налево. Так, дай-ка посмотрю. Помощь. Странно, как-то это озерцо бубулькает. Хуя, это что за приколюха? Дай-ка на всякий случай сохранюсь, а? Потому что он там уже какая-то тварина бродит, меня что-то это стремает. Свалка мамаши Гибсон. Hi there. You might have noticed the as it's up. 500 крышек. Хуй с тобой. Девятьсот семь крышек? Ну тебя нахуй. Pleasure doing business with you. Well, I'll give... I don't mind, to be honest. The way I heard it. But when it was over, the Brotherhood... Прикольно. Ну, опять на полигон. Все очень-очень просто. Так, надеюсь, сейчас никто меня тут не пытается оттрепать. Бля, ебанутое задание. Очень длинный квест.
Ну, чё дальше-то, ёб вашу. Так, а где этот ваш механоид? Yes. It is almost time. Yes. We have everything we need to launch the rockets, Jason. The great journey can begin. Так, а где обозранная площадка? В начале комплекса? Да идите вы нахуй, а? May the Creator guide my words and help me speak true. The Almighty Creator has seen fit to answer our prayers. The time has come for us to board the rockets and begin the great journey. Though it may seem that all humans despise us, the Creator has seen fit to instruct us differently. The journey ahead would have been impossible if not for the intercession of two human friends, one new, the other a long-abiding companion. To our new friend, we say thanks and promise never to forget how he cleared from our path the demons who sought to stay our journey. But to Chris, we owe more than thanks. Chris, you have made this great journey a reality. From this moment forward, you will be remembered as the saint of the great journey. Короче, для тех, кто не шарит за английский сейчас, они, типа, благодарят меня, как второго, типа, их человеческого друга, и объявили Криса святым, как мы узнали в прошлой серии. Я так понимаю, мне все-таки надо вверх. Пиздец, я еще только с полузомбами не дружил. Ну-ка. Ой, блядь, одна неправильно полетела. Оп! Новый левел. Завози. Так, сколько у меня? 16 очков, говорится. Так, пусть будет 45. Так, ломовые патроны. Ремонт 45, удача 6.
Халявщик. Кладоискатель, конечно, заебись. Преступникам-извращенцам. Не. Так, спешл. Удача 6. Значит, в следующем, наверное, ломовые патроны возьмем. Так, перки. Блять, я что-то заблудился. А, мне надо покинуть локацию. Опа, на терминал. Блок сижек, это заебись. Блять, а ну кто мне скажет, нахуй вообще тут ползы? Ну там еще какой-то терминальчик. А, он такой же.
Хуёво. Опа, крышки. Опа, еще крыги. Я, по-моему, какую-то секретку раскопал. Или мне показалось? Так, это спуск в подвалы. Блять, а как какать? В смысле, как выходить? Ёбаный ты потрепанная. По-моему, вот выход. Хуй. Сигареты. Только сиги. Бля, я только описанный по стенкам. Сука, мне не выбраться. Через подвалы, что ли, ломнут. Да, он тут еще какая-то воротина. И здесь я тоже был, судя по внешке. Блять, рыли проще пройти через подвалы, а? Еще по подвалам, блять, блудить буду. А, не, все верно. Вот он, собственно, проход. В эту ебучую шахту. Жалко, эти подвалы нельзя спалить ко всем хуям. Версточина. Так, верстака для снаряжения патронов у этих огров не было.
знаешь, отспиздил. Ебать, я выполз! Ой, я же затянул конкретно. В общем, спасибо всем, кто присутствовал. С вас, как обычно, Лукас, подписка и до скорого. Адьёс, братва. Увидимся в следующей серии.